배꼽이에서 허리를 숙여 안녕 안녕 안녕하세요. Всем аньон! Сегодня я покажу и расскажу, как проходят открытые уроки в корейских садиках. Такие уроки проводятся регулярно. Учителя и воспитатели не готовят какую-то специальную программу. Смысл в том, чтобы показать родителям, как проходят обычные ежедневные занятия. До возраста 5 лет по-русски, по-корейски вы знаете, это уже 7 лет, занятия проводятся исключительно в виде игры. Никаких прописей, никаких уроков. Хотя раньше дети в садиках 4 года уже умели читать и писать, сейчас система изменилась. Слава богу, детям дают насладиться детством. Упор сейчас делают больше на творчество, расширение кругозора, креативное мышление и прочие направления, помогающие развить в каждом ребенке именно личностные качества. Предлагаю посмотреть, как проходит урок английского у ребятишек 4 лет. Не судите строго, дети всегда немного теряются, когда родители смотрят. Let's sing the song Dancing Queen. Are you ready? Yes, yes, yes. Yes. Okay, everyone stand up. Are you ready? Yes, ready. Go.
to. Hey, Alexa! I have a question. Alexa! What's this? What's this? Who can try? После урока английского языка наша воспитательница предложила детям посетить туалет и родителям и переместиться в соседний класс, в нашу группу, в нашу комнату для проведения еще одного занятия показательного. Я на самом деле думала, что будет только английский. Это наш класс. Классная комната. Я хочу обратить ваше внимание на то, сколько пап пришло на урок. Из 12 детей в нашей группе у четверых пришли мамы вместе с папами. Уточню, что это понедельник, разгар рабочего дня, начало урока где-то было в 11 утра, закончилось все в районе часа дня. Это, к слову, о том, как урабатываются несчастные корейцы. Миф о переработках и большой загруженности, к счастью, остался лишь мифом. Если еще 10 лет назад это было правдой, сегодня ситуация такова, что работать никто не хочет, тем более сверхурочно.
А много ли пап в России смогли бы вот так уйти со своего рабочего места посреди рабочего дня? Тем более, что повод, в принципе, пустяковый, никакой. Такие мероприятия проводятся в Корее постоянно. Тем более, учитывая то, что в Корее либо совсем не имеют детей, либо имеют как минимум два. Одного ребенка здесь не принято иметь, считается семья неполная, когда у вас один ребенок. Вот представьте. И я хочу вообще поговорить подробнее на эту тему, о мифах в Южной Корее. Поэтому, если вы за такую тему, за такое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А пока я даю возможность вам поприсутствовать с нами на уроке творчества. Всем спасибо и до новых встреч!